сегодня студенты военно-инженерного института Сибирского федерального университета получили редкую возможность изучить вертолет Ми-8 и даже полетать на нем. Все дело в том, что сегодня полицейские проводят всероссийскую акцию «Студенческий десант», главная цель которой – познакомить будущих сотрудников МВД, внутренних войск или военных с техническими средствами, стоящими на вооружении современных полицейских. Так сегодня студентам рассказали о вертолете, оснащенном спецсистемами. Его задействуют во время операции «Перехват» или для регулярного патрулирования. Как отметили в авиаотряде специального назначения, студенты поучаствовали в подготовке вертолета к полету и смогли задать свои вопросы специалистам. Много вопросов было задано у ребят по оснащению вертолета. Также было рассказано, чем в настоящий момент вертолет у нас оснащен, начиная от спецоборудования и заканчивая оборудованием, которое дополнительно установлено на вертолете. Это, ну, допустим, там топливные баки дополнительные и так далее. Студенты смогли совершить перелет по маршруту аэропорт Черемшанка, остров Татышев. И во время полета ребята на себе ощутили особенности передвижения на вертолете, ну и, конечно, насладились прекрасными видами Красноярска и его окрестностей. Это тем более интересно, что практически все курсанты летали на борту Ми-8 впервые. Я никогда в жизни не летала на вертолетах, только на самолетах. А тут другие ощущения. Ну, это вообще очень круто. Конечно, понравилось. В первый раз попробовал. Раньше самолет летал только на самолете. Это две разные вещи совсем. Не то, что самолет. Интересный подъем, спуск, да и весь процесс.